Привет, мои хорошие, с вами Селена Свей. И сегодня у нас не будет музыкального фона, потому что на фоне мой маленький рассказывает моей подруге, как он провел сегодняшний день, как мы все вместе его провели. А я сегодня на самом деле хочу вам рассказать и поделиться своей находкой. Я нашла очень интересный сайт, сделала на нем заказ, и наконец-таки этот заказ пришел. Так я его ждала, хотя, в принципе, достаточно быстро он пришел, но я его очень сильно ждала. И я вам уже о нем говорила в одном из влогов. Я говорила, что я случайно наткнулась на один сайт, и просто как забрела туда, так вот всю ночь я там и сидела, выбирала, потому что он очень такой многообразный. Находится он в Иваново такой, да, вот там вот собирают, там есть ивановские всякие вещи. Ну, в общем, я себе кое-что заказала оттуда и хочу с вами поделиться. Первое, что я там заказала, это как раз-таки будет для идеи для подарков. Очень-очень крутая. И это, опять же, касается, но уже не просто бижутерии, а серебра. Я купила серебро. Я очень счастливая, потому что пришло все очень-очень качественно. Я заказала себе серебряные сережки и два серебряных кольца. Сейчас вы увидите и просто обалдеете, какая это прелесть. Мне, кстати, интересно знать ваше мнение, понравится вам или нет. Первое, я хочу показать вам колечко. Пришло все, смотрите, вот вообще пришло в конверте. Мне мое серебро пришло вот так в конверте. Я раскрываю, там у нас пакетики. Все серебро, в общем, пронумерованное, да, сколько грамм, 925-я проба, что за камни тут и так далее. Где сделано? Это сделано все в Ивановской области, город Приволжск, Фабричная, улица Фабричная. В общем, вот такое кольцо я себе заказала, но я прямо хотела взять с таким большим камнем. Очень все качественно сделано, я вам скажу, знаете, это не то, что какая-то дешевая бижутерия, что вы одеваете и видно там где-то криво приклеено, здесь все идеально вообще, офигенное вот такое вот колечко, очень-очень красивое, размер в размер, но я знаю, что мой 16,5, я 16,5 заказала, оно выглядит очень круто, оно блестит, я не знаю, как вам вот еще вот его показать, оно блестит, оно... Очень гармонично, в общем, смотрится. Вот такой красивый большой камень в серебре. Это фианитик, камень фианитик. Ну, очень круто. Все пробы, все есть здесь. Значит, вот такое мне пришло колечко. Дальше пришло очень крутое колечко. И тоже мне подходит по размеру. Оно серебряное, но оно покрыто позолотой. И вот оно вот так вот висит. Вот так висит вот такой камушек. Можно, возмущается. Значит, с позолотой будет больше сюда, например, смотреться с моими, да? Тоже 16,5, идеально садится. И вот такой вот камушек здесь у нас болтается. Мне вот это очень нравится. Вообще, вот это кольцо супер-пупер. Я теперь такая модная, вот с этим кольцом буду ходить. Что классно, что это серебро, что можно, да, это носить и чистить, и все. И камушки очень красивые. Во-первых, очень красиво сидят. Нет никаких вот зазоров, знаете, очень-очень качественно все сделано. Дальше я заказала сережки. Вот сережки вообще обалденные пришли, вообще просто. Ну просто все такое нереальное, все такое крутое. Они, смотрите, как сделаны. Я давно хотела себе такие заказать. Тоже все серебряное, все серебряное. В общем, сережки сделаны вот так. Здесь идет вот такая вот штучка, через которую задевается, и впереди у нас будет висеть камушек. Сейчас я померю эти сережки. Я для этого сняла свои. В общем, мы вот так одеваем. Сережки вообще бомбические. Слов нету. Одеваю, продеваю. И вот так. Ой, вообще. Я обожаю, когда сережки висят. И мне очень подходят такие висячие сережки. Вот такая красота. Очень качественно сделано, вот серьезно, вот я просто не преувеличиваю. Я почему и счастливая такая, потому что все очень-очень круто сделано, прям вот достойно. Дальше, на этом сайте очень-очень много серебра, и кольца, и сережки, и браслеты, и цепочки, и украшения, и очень-очень все недорого. Я сейчас вам скажу просто, чтобы вы понимали, за сколько взяла, да? Вот эти сережки стоят 1350. 1350, и здесь там 5 грамм с чем-то, по-моему, было. Кольцо серебряное у меня, одно стоит 936 рублей, другое 689. Какое из них какое, не знаю, потому что тут, ну, не написано, здесь только артикул, да. Ну, то есть, вот цены, да, колечко.
сейчас вот какую-то бижутерию купить, которая потом потемнеет, стоит, может быть, дороже. А то серебро, во-первых, да, и сделано реально очень круто, очень качественно. Дальше я купила своему маленькому, там есть одежда для детей, есть специально от Иванова фабричные такие. Я очень люблю вот такие вот вещи, честно говоря. Я купила ему вот такой комбинезончик. Прелесть. Что в этом комбинезончике мне понравилось? Ну, во-первых, расцветочка как раз-таки, да, что-то такое оригинальное, таких я не встречала. Он скорее домашний у меня такой, либо на весну, то есть не на это. Я специально для дома, на самом деле, смотрела. И что мне нравится, что здесь он в дырочку мелкую. Видите? То есть я брала комбинезоны уже, и я поняла, что в дырочку самый классный. Он реально в них дышит, и очень круто, особенно дома гонять. И также мы купили вот такую вот шапочку, она вообще стоит 26 рублей. Она, как оказалось, еще и утепленная, с начесиком таким мягеньким, да. Все здесь хлопок, все натуральное, натуральные ткани, то есть там все описано, написано. И она нам вообще замечательно подходит, эта шапочка, она тепленькая, и теперь у нас две теплые шапочки. Ну вот, смотрите, чепчик малыша стоит 26 рублей 97 копеек, а комбинезончик стоит 318. Такие комбинезоны обычно в дырочку я покупала, они стоили все от 600 рублей. Вот вам, пожалуйста, какой крутой комбинезончик. И что еще самое главное, я купила постельное белье, и сейчас я вам его покажу. Оно очень крутое, по-моему, оригинал был то же самое. Тоже, ну, было светлое, но отзывы почему-то на сайте я увидела, что говорят, что белье еще ярче, чем оно на картинке. На самом деле, нифига не ярче. Мне пришли нежные цвета, он пришел голубенький, с сиреневенькими такими вот бабочками. И такой вот он снежный. И что классно в пододеяльнике, что он двухсторонний, что его можно одной стороной, будет такое все голубое, другой стороной будет все такое цветное. В общем, я люблю вот это вот менять все. И я заказала евро 1, потому что он был со скидкой. Там есть такой момент, как распродажа, да, и вот за распродажу заходите, и там очень много белья. Я взяла сатин, что хотела сказать. Сатин я люблю. Я вам, кстати, во влоге говорила, что я буду брать сатиновое белье. И вот этот, который пришел, он пришел очень плотный, я вам скажу, очень-очень качественный. Прям вот плотный, как бязь, только, наверное, помягче, чем бязь. В общем, сатин хороший вот этот вот. Я, честно говоря, не ожидала. В общем, все, что пришло, меня очень порадовало. Я же скорее бегу радоваться к вам. Вот эти, потому что вот эти вот украшения все, они просто нереальные какие-то. Вот эти сережки, как они меня порадовали. Вот, и белье, что оно качественное, я думаю, что оно прослужит очень-очень долго мне. И я ссылку на этот сайт, естественно, оставлю внизу. Пройдите, посмотрите, потому что там есть одежда для женщин, для мужчин, что я говорила. Там еще есть и бижутерия, помимо того, что там есть серебро, там еще есть и бижутерия. Но я вам скажу, ассортимент и выбор просто нереальный, огромный. Одежда для детей, есть конкретно там из Иванова, вот там у них фабричные, что-то делают они там в Иваново и вот присылают, да, Ивановского какая-то. Есть также сувениры и подарки. Сережки моей подружке тоже понравились, Кристинке сразу. Она увидела и говорит, сережки классные, тоже себе такие захотел. Вот, мои хорошие, я была рада поделиться с вами этим. Впереди еще ждет один сайт, я еще жду одну посылку. Но это вообще будет сюрприз, конечно же. Я думаю, вам понравится. Там тоже я заказала очень-очень много всего. Я сидела до 5 ночи. Представляете, я в тот день не выспалась, когда я вам видео вот это снимала, такое все, что я не высыпаюсь. Это были вот те дни, когда я сидела сутками на этом сайте и просто выбирала всякие вещи. Там будет и для маленького, и для меня, и для декора для Нового года. В общем, кучу всего. Все, мои хорошие, я все оставлю ссылки отдельно вам на вот это вот, на все украшения, чтобы вы не искали, потому что будете долго искать, сайт очень огромный. И отдельно на сайт, если просто интересно, зайдите, посмотрите, там и скидки, и распродажи, и многое-многое другое. Все, мои хорошие, я вас люблю. Кто первый раз, подписывайтесь, ставьте лайк, если понравилось мое видео, или что-нибудь понравилось из моих покупочек. Я вас целую, и мы увидимся с вами в следующем видео. Пока-пока!